Пацаны, давайте наберем под этим видосом кучу лайков. Я знаю, что вы можете. Поехали. Пацаки, всем добрый хай. Сегодня у нас рубрика «Реальная жизнь» в МТАшке. Поехали. Собственно говоря, чем мы сегодня займемся на провинции? Всех вас горячо рад приветствовать. Так, ну, чё, на провинции мы сегодня будний день, как вы всегда этого ждали. Надеюсь, вы влепите большущий пальчик вверх, и все будет у нас топово. Поехали. Сейчас я надеюсь, что моя тачка тут. Респаун. Так, а, вот она. Чё я? Сейчас я включаю вид от такого лица. И... собственно, поедем заправлять наши будние дни в МТАшке. Так, пристегнемся. Собственно, у нас уже вечер на МТАшке, в реальной жизни на нашей провинке. Поехали. Так, ну, сейчас заправимся. Там заедем, собственно говоря, в дальнобой. Посмотрим, что там по народу творится. Так, ну и все будет супер. Конечно, радио включим. Бам-бам. Так. Во. Там-бам-бам-бам-бам-бам. Надеюсь, вы оцените этот видос кучами лайков. Так, ну и как вы знаете, что тут вот такая... такая херня творится, то что радары эти стоят. Так что как-то вот такая... это заглушусь и заправимся бензином. Так, ну давайте заправим, наверное, 40 литров. Заправить, принять, сядем. Ну и как нам говорили в комментах, бензин начнется заливаться. Да, было все правда. Видите, как мои бабосики улетают, уже улетели. Так, ну что, заводимся и погнали. Так. Тут у нас какая-то мафия на геликах. Ладно, хер с ним, поехали. Так. Вот что вот это вот за гостиница? Я в ней ни разу так и не был. Давайте, наверное... а где она была, кстати? Я что-то... а, я же еще не до... чуть ты в меня... ох, тебе повезло, мужик. Ты в меня чуть не влетел. Так, оттормаживаемся, пропустим лагающий трамвай. А, вот она, эта гостиница. Собственно, не будем ждать трамвая. Сразу проедем, посмотрим, что тут за гостиница. Кстати, впервые буду здесь вот я в эту гостиницу заходить. Заодно и посмотрим. Посмотрим, что тут за гостиница у нас такая. Кстати, можно здесь будет остановиться? Так. Первый этаж. Не, что-то тут пока что недоработано. Ну, я так, по крайней мере, понимаю, что здесь нельзя еще пока останавливаться. Надеюсь, разработчики все-таки додумаются с этой гостиницей. Возможно, тут мы будем как-нибудь останавливаться с вами. Типа будем перелеты, самолеты. О, Wi-Fi халявный, кстати, тут есть. Возможно, телефоны добавят на провинцию, будет как GTA 5. Было бы нормально бы. Я бы даже бы этому был бы рад. Ну, надеюсь, тут будет все круто. Типа как GTA 5. Она и так, по сути, как GTA 5. Только что в российском стиле. Так, ладно, заедем мы сейчас с вами на дальнобой. Посмотрим, что тут по народу у нас. Так, Фрунзе, понял вас. Сразу сворачиваем под туда. Так, посмотрим, маленько чуть-чуть нарушим. Чуть-чуть нарушим, все будет супер. Так, думал, бомжик бегает какой-то. А это оказался какой-то такой, уже не бомжик. Опаньки.
Сука. Опять я словил звездочку. 80 км, я 94 навальнул. Все. Словил опять я мут. Ну, заебись, можно так сказать. Я счастлив. Я все время забываю, что вот добавили, зафиксировано мое превышение и звездочка. Ну, сейчас меня админ кинет. Словил мук. Все забываю. Ладно, пока у нас есть время, давайте остановимся. Тут. Вот бесит вот эта вот новая обнова такая вот меня на провинции. Вот реально бесит. Так, надо ее чуть-чуть отодвинуть. То что-то я смотрю, ее точно сейчас чекнут. Да, звезда горит по-прежнему. Какой мудак решил вот сюда вот лепить вот это как зафиксировано. Так, ну чё, нормально, в принципе, 23 человека. Хата нужна? Не, мне хата не нужна. Да я вообще не понимаю, зачем на провинции вот хаты менять? Собственно говоря, какая нахрен разница? В какой ты хате заспаунишься. Что важно? Машина на провинции крутая и топовый скин. Все. А нахрена хата-то? Ну я все понимаю. Но ты же все равно мне там ночевать не будешь. А интерьер он такой и будет. Давай правительство. Да-да-да. Да уж. Вот это бесит вообще капитально. Вот что-то они добавили. Вот это зафиксировано. Теперь, получается, вальнуть нельзя будет даже вот... А вот на трассу, в принципе, но в следующем видосе я вам выложу, как мы будем вальнуть на трассе. Наваливать на трассе. Возможно, опять сейчас, сука, словлю бан или мут на 3 часа, возможно. Хер его знает опять. Ну ладно, ребят, на этом будем с вами прощаться. Вот такой вот у нас был небольшой видос на рубрику «Реальная жизнь провинции». Надеюсь, вы оцените этот видос кучами вашими комментами, лайками. И у нас все будет с вами топово и суперски. Ну, с вами был я, Родион. И на этом, пацаки, будем заканчивать наш, собственно говоря, топовый видос. Ждите следующего видоса. Когда он наберет кучу ваших лайков, сколько вы выдавите, тогда и выйдет новый видос. Всем пока.